Ребят, вот такая машина в полный разбор. Купили ее из-за двигателя. Вот, двигатель мы снимаем в нашей школьной машине. Она на механике. А, по-моему, 58-я коробка здесь стоит. Вот, немного шумит, но ничего не выплевывает. Все передачи работают нормально. Вот такие тормоза. В принципе, мы себе забираем только двигатель. Все остальное идет в полный разбор. Так, по салону, по датчикам. Так, это все выглядит. Ремни, ковши, все в продажу. Вот. Нам ничего не нужно. По крыльям пластиковое крыло. Вот здесь под небольшой ремонт. А, она даже уже отремонтирована. Под покраску получается. Вот, вроде все целое.